Привет, народ! И давно у нас не было автомобильной тематики. Решил заказать себе новые лампочки, но не простые, а LED-овские. Здесь у нас LED-лампы для ближнего света для автомобиля. Заказывал я модельку H7. Кстати, что у нас здесь? Инструкция. Показывается, как на H7 менять, как на H13 менять и на H8, 11, 13, H16 GP и, короче, еще другие какие-то варианты. Так, значит, что у нас здесь интересного? Это характеристики от 9 до 32 вольт, защита от влаги IP65 и выдает... Так, это теплота цвета 6500 кельвинов. Так. Ну и рабочая температура от минус 40 до плюс 80. Так. Что у нас интересного еще здесь есть? Значит, выдает 4000 люменов ближний и 4000 люменов дальний. То есть увеличивается в два раза мощность. Ну, потому что H7 это у нас и ближний, и дальний сразу. Брал модельку с радиатором. Как вы видите, здесь радиатор без всяких пропеллеров, вентиляторов, да, которые бывают. Вот, и как мы видим, с одной стороны у нас диоды есть и с другой. То есть, когда ближняя одна сторона горит, когда дальняя, включается вторая дополнительно. Так, здесь у нас какая-то резиночка. Немножко подвылезла. Так. Ну, в общем, здесь у нас простой коннектор, то есть менять будет очень легко. Мы просто берем, вытаскиваем старую, вставляем новую и втыкаем вот этот коннектор в проводок, который идет в стандартную лампу. Вот, в комплекте сразу две. Ну, остается. Кстати, здесь просто написано, что лампа на 8000 люменов. Вот, ну, остается еще дойти до машины, разобраться, как их туда вставить и протестить. Кстати, здесь подписано плюс-минус. Смотрите, не перепутайте. А то будет неожиданно испорченные лампочки. Все, погнали на улицу менять лампы. Заменил лампочку. Вот у меня стояла вот такая моделька H7. Вот она написана от компании Philips. Установилась, в общем, в штатное место. Вот так вот радиатор торчит. Ну, кстати, все закрывается. Я думал, не закроется, но закрывается. Фишка встала вот сюда. То есть штатное место, вот эта фишечка ставится прямо в саму лампочку, но тут она вставляется вот в этот провод, который был. Главное, плюс-минус не перепутайте, еще раз повторяю. Вот, и светит вот таким белым цветом. Philips светило вот так вот. Теперь сейчас я вторую поменяю и дождемся ночи, наверное, посмотрим, как будет ночью светить. Кстати, надо будет еще сравнить с тем, как было до этого. Дождался темноты и, ну, как темнота. Вот так вот. Солнце, в общем-то, зашло, но еще как-то более-менее светло, мне кажется. И давайте смотреть. Наверное, сразу же видно, что с левой стороны у нас все белым освещается цветом, а с правой стороны все желтым. И давайте посмотрим, как это выглядит. Вот таким образом выглядит белый и желтоватый цвет. Так, давайте сейчас попробую закрыть сначала одну лампу, потом вторую. Итак, вот раньше был вот такой свет. Нашел, чем закрыть. Закрыл такой вот штукой плотной, она не просвечивает. И теперь давайте закроем вторую. И стало вот так вот. Ну, слушайте, насколько она ярче стала светить, я даже не могу сказать. Ну, смотрите, да, лужа и немножко подальше видно. Давайте еще раз. Ну, возможно, да, стало немножко, наверное, получше. Стало намного белее просто. Белый цвет. Ну, кому нравится белый цвет, я думаю, вообще прям очень подойдет. Фары светят отлично, хотя они даже и грязные у меня. Вот, ну, не знаю, мне пока нравится, так что я поменяю вторую. А то она выделяется. Ну а вам, не знаю, могу посоветовать, вот кому нравятся реально белые
лампы, белый свет, то я советую. Вот. И покупайте именно с радиатором, без вентиляторов. Вентиляторы, ну, это, в общем, какой-то просто ширпотреб. Не знаю, это какой-то ужасный вариант, если покупаете с вентиляторами. Мало ли, что он там сдохнет, у вас лампа перегреется, там проплавит всю, не знаю, весь плафон вам. Ну, то есть это не нужно. Покупайте именно с радиатором. Радиатор, по идее, рассчитан на то, что он будет нагреваться, будет отводить тепло и будет все нормально. Так что ссылочка под видео. С вас лайки. Всем пока.